чем вопрос, Валентина Александровна? Доставка с почты то не носилась, значит, неделями, а теперь не носится месяцами. И что, не носят вам, да, регулярно? Нет, не носят регулярно. Уже месяц вот доставки нет. Целый месяц нет доставки. А вы почту обращались? Ой, вы знаете, я не то что обращалась. Я туда и ходила, и к начальнику ходила. Это же давно у нас. А теперь у нас еще такая проблема. Мы до этого получали, значит, пенсию в Сбербанке, а теперь уже трудно нам туда ходить, да и вот видите, никуда нельзя ходить с этим ковидом. Нам почту пенсию носят домой. И вот сегодня у нас доставочный день. Что нам делать? Я звоню туда по всем телефонам, мне никто не отвечает. А у них такая, мода, не мода, порядок. Вот я сегодня... Пришел кто-то ко мне, я ее, если пенсию не получил, они ее сразу отправляют в пенсионный фонд обратно. Ага, ага. А мы как потом ее будем доставать, эту пенсию, если я ее жду? Ну как, она же не нужна. Конечно. Серьезные вопросы, конечно, вы подняли, особенно что касается пенсии. Видите, не встретились с почтальоном, пенсия ушла в пенсионный фонд, и Марокко потом ее обратно вернут. Хорошо, будем разбираться, Валентина Александровна. Да. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Значит, у нас есть несколько организаций, которые занимаются вывозом мусора. Ну, вот человек приезжает на своей газели, грузит, и он, у него там лицензия есть на мусор, и он отвозит на полигон и сдают. Поэтому мы вам в ответе укажем номера вот этих телефонов. Это сельские жители вот пользуются часто, у них такого тоже нету. Мы как-то победили этот рынок, я абсолютно с вами согласен, он там не должен быть, и у нас мест хватает торговых, и в одном рынке Самсон, и в центральном рынке, и одно время нам и казачество помогало, и администрация рынков заняли принципиальную позицию, и вместе мы вопрос победили. Я проводил совещание, главе администрации города давал поручение. Проведем мы еще раз, я говорю, опыт у нас есть, и механизм решения у нас есть. И приглашу я и директоров рынка, наше отделение, отдел торговли городской, и этот вопрос будем мы ломать, решать. Но это ненормально, когда в центре города вот такое безобразие, антисанитария.